На улицах города все чаще можно увидеть ярославцев с повязкой «Дружинник». Они снова в строю не случайно. Злоумышленников и хулиганов не стало меньше, зато прошли сокращения в рядах полиции. Следить за общественным порядком все сложнее. В Ярославле несколько дружин общей численностью 150 человек. Народную дружину «Автодизель» создали в марте. За два месяца добровольные стражи порядка пресекли 5 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела, составили 160 протоколов по административным правонарушениям. Патрулирование местности происходит только с участием полицейских. Основная работа – разъяснительная и профилактическая. Мы проводим, в общем-то, отбор на стадии подачи заявлений. Средний возраст наших дружинников примерно 30 лет. Все работники завода, специальности разные, от инженера до рабочего литейного цеха. Все прошли подготовку определенную, значит, имеют опыт службы и в вооруженных силах, и в органах МВД. То есть те люди, которые могут обращаться в самых нестандартных ситуациях и принимать правильные решения.